В этом видео я расскажу о трех эффективных практичных способах избавления от муравьев на своем участке. Все они безопасны и приготовить их можно очень просто, потратив сущие копейки. Но для начала давайте выясним, зачем вообще нужно избавляться от муравьев на участке. Они ведь интенсивно трудятся, рыхлят почву и борются с некоторыми овощными вредителями и приносят большую пользу. Все так, но только если муравьев на участке немного. Если у вас сформировалась целая колония, то муравьи будут вредить корням растений, закислят почву и, самое главное, будут разносить тлю по участку. Если бороться с муравьями правильно, справиться можно буквально за несколько дней. Способ номер один – это нашатырный спирт. Это безопасный и очень дешевый способ победить букашек. Берем один флакон объемом 100 мл, добавляем одно ведро воды, все тщательно размешиваем и при помощи пульверизатора обрабатываем все муравьиные дорожки. Остаток раствора необходимо залить прямо в муравейник, если рядом нет культурных посадок. Дело в том, что нашатырь – это концентрированный аммиак, который может спровоцировать буйный рост зеленой массы, а в чрезмерно больших дозах и вовсе погубить растения. Способ номер два – это йодовый раствор, который можно использовать в междурядьях и на тропинках вашего участка. Берем обычный флакончик йода, 10 мл, выливаем в 3 литра воды, перемешиваем и обрабатываем участок из пульверизатора. Обычной траве йодовый раствор не повредит, а вот урожайным культурам может. Йод обжигает растения, поэтому действовать нужно осторожно. Способ номер три – табачные средства. Это самый безопасный способ, который не убивает, а отпугивает муравьев. Берем стакан сухих листьев табака, заливаем 3 литрами воды, варим в кипятке в течение 3-4 минут, остужаем и опрыскиваем растения и землю на участке. Способ поможет справиться и с муравьями, и с тлей.